Приветствую вас. Собственно, вы говорите, что у вас вопрос по поводу работы, но именно вопроса вы никакого не задали, как мне показалось. Исходя из того, что я могу видеть. Поэтому здесь некая двойственная, на мой взгляд, история. Вот, когда вы как будто бы сами не знали, чего не знаете, чего хотите, простите. А я увидел неуверенность в вашем тексте, тревожность, стыд, заниженную самооценку, вот. Может быть, страх какой-то, или несколько страхов, не знаю. Ну вот. Собственно, с этим я бы рекомендовал работать, начинать работать. Дальше уже будет яснее, дальше уже будет понятнее, как действовать. Ага, ну потому что вы правы в том смысле, что люди действительно могут относиться к вам вот так, как относятся, и это может быть действительно в порядке вещей для людей, ну в смысле вот для них это может быть действительно в порядке вещей, вот, но важно немножко другое, как мне кажется. Важно, как вы на это реагируете, да? Что вы из-за этого чувствуете? И как вы это проявляете? Важно то, чего вы хотите. И насколько реалистично, можно сказать, вы видите, ту картину окружающего, которая есть у вас. Потому что очевидно, что всех вещей, всех моментов, всех элементов вы можете не замечать. Это очевидно. А я вас не обвиняю ни в коем случае. Но я просто пытаюсь показать вам, что есть и другая условно сторона вопроса. Вот. На которую нужно обратить внимание. И вы, ну, как мне кажется, не должны понимать чего-то, чего-то особенного, да, вы не должны понимать чего-то чего-то особенного, чего-то уникального. Вы не должны понимать это, как мне кажется. Но вам можно лучше разбираться в себе, чтобы пользоваться этим, когда нужно. Вот, чтобы использовать это, когда необходимо. Понимаете, да? Надеюсь. Вот. Это, на мой взгляд, такой момент. Достаточно серьезный, достаточно важный момент. Вот.
Вот то, что в принципе можно вам, ну, сказать, то, что можно сказать, то, что можно вам ответить. Вот, с точки зрения, ну, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, да, с точки зрения вот моего подхода. То есть в чем здесь основная сложность? Да, сложность в том, что не совсем здесь очевидно для нас, по крайней мере, что является проблемой серьезной. Что является для вас серьезной проблемой. Вот, не совсем понятно. Понимаете, да? Вот. Нужно это преследовать. Как минимум. Ну, мне так вот кажется. Дальше уже будет более-менее понятно то, что вы хотите. Вот. Понимаете, да? Вот что я имею в виду, вот как-то наверное так. Я бы поработал над тем еще, чтобы сформировать некоторое ваше отношение ко всему этому. Вне зависимости от того, понимаете вы или не понимаете то, что, ну, происходит. И уже исходя из этого, как-то действует. Вот уже исходя из этого, как-то, ну, что-то делать, да? Вот. Мне кажется, так. Вот со своей позиции, это то, что я вам могу сказать своей позиции, точки зрения, то, что могу сказать. А дальше уже вам нужно смотреть самой, я полагаю. К сожалению. Дальше вам нужно уже выбирать, как вы будете действовать сами в дальнейшем. Вот. Такой вот ответ. Я надеюсь, это было полезно, надеюсь, это было интересно. Буду благодарен вам за отклик. Вот. Который, как я надеюсь, сможет послужить основанием, ну, и началом психотерапии. Вот. Желаю вам всего доброго, удачи, будем на связи.